Глава 60. Оршинский мох, затерянный мир бескрайних болот. Как и наказывали Ваня с Васей, Мишка шел небыстрым ходом, а капитан, сидя на баке, высматривал опасность. Коряшки да мели. Окружающий пейзаж разительно изменился сразу, как только миновали деревню. Лес расступился, поредел, как-то зачах, и лодка вышла на окраину болот. Все еще немало было на берегу травы, деревьев, но берега как такового можно сказать, что и не было. Топкая земля становилась все жиже. Смотрите, слева, Семен Петрович, мелиоративный канал из Кобыльского озера, как и говорили Ваня с Васей. Отсюда и начинается Оршинский мох. Давно я хотел сюда попасть, давно уже облизывался, глядя на карту. Настоящее гигантское верховое болото. Для чего в нем такого особенного? Кроме того, что оно самое большое в Европе, как ты говоришь, и глухое. А разве этого недостаточно? Да и вообще, то, что это болото, разве это не круто само по себе? Вот вы, например, часто бываете на болотах? Да я вообще на них не бываю. С чего бы мне по болотам шастать? Люди на болото с разной целью ходят. За ягодами, клюквой или, если посеверней, за голубикой и морожкой. За грибами, а особенно под березовиками и подосиновиками. За травами лекарственными. На рыбалку, наконец. Да какая ж рыбалка на болоте? Бешеная. На болотах же бывают озерца, которые по весне, когда талые воды все окрестности сплошным зеркалом воды покрывают, наполняются рыбой, заходящей из речек или озер покрупнее. К лету застрявшая в озерках после спада воды рыба так оголодает, что на берег выскакивает и рыбаков за сапоги хватает, бутерброды отбирает. Вот ты смеешься, а в тропиках есть такие рыбы, которые впрямь на берег выползают. Илистые прыгуны. А еще анабасы. Эти вообще на деревья умеют залезать. Слышал про таких? Конечно, слышал. У нас, кстати, тоже есть рыбы, которые на сушу выползают по ночам. В дождь или рано утром по росе. Угри и вьюны. Они могут переползать из одного водоема в другой в поисках лучших мест. Из реки в глухие старицы. Или из озера, в котором они оказались после половодья или паводка, в озера покрупнее. Или в реку, если пора пришла угрям скатываться в море. Как же у них жабры на воздухе не пересыхают, пока они в такую даль ползут? А так что дышат они при этом не жабрами, а кожей. Жабры есть у всех рыб. Но многие освоили и другие способы дыхания. У лабиринтовых, например, есть специальный орган – лабиринт. Они захватывают воздух ртом, а потом через этот лабиринт постепенно его усваивают. У нас на Дальнем Востоке тоже такие рыбы водятся – змееголовые. И они тоже переползают по суше из водоема в водоем. Про лабиринтовых я знаю. У меня в детстве в аквариуме жило много разных лабиринтовых. Петушки, гурами, макроподы, лялиусы. Раз уж речь про аквариум зашла, то у вас наверняка и сомики были. Были. Они так смешно и внезапно со дна к поверхности взмывали, как пуля, и снова на дно стремлялись, верно? Так и было. Это они воздух захватывали и через кишечник прогоняли, потому что многие виды сомов и вьюнов усваивают кислород из воздуха через поверхность кишечника. Так что не жабрами едиными, как говорится. Поворот за поворотом, плёс за плёсом, лодка продвигалась вперед. «Смотрите, как места изменились!» – обратил Мишка внимание капитана на окружающие берега. «Тростник местами чуть не в два человеческих роста. Деревьев почти не осталось. А вот уже и багульник, пушица. Первые приметы верхового болота. Я помню, в школе проходили, что болота бывают верховые и низинные. А разницу до сих пор понять не могу. Больше всего непонятно, как это болота могут быть верховыми, если сверху вся вода должна была бы стекать вниз. А вы представьте, что положили на стол губку и обрызгиваете ее дождевой водой время от времени. Вода на столе успевает высохнуть. Или на пол медленно стечь. Но губка все еще мокрая. Иногда с нее даже
подтеки еще идут. Вот вам и верховое болото. Губка – болото, а подтеки – вытекающие из него реки и ручьи. Конечно, если уклон большой, если это холм или гора, то там не может быть никаких верховых болот. Все моментально стечет. А если это обширный водораздел, огромная, выровненная, но приподнятая местность на равнине, то вода с нее стекает очень медленно, и она вполне может оказаться заболочена, если осадков будет выпадать больше, чем стекает и испаряется. Было бы только что-то, что роль губки выполняет. На верховых болотах это что? Как вы думаете? Торф? Он самый. Вот и получается, что верховое болото – это болото на ровном приподнятом пространстве, в которое вода ниоткуда не притекает, а наоборот из него медленно, едва заметно вытекает. Наполняется же оно исключительно за счет осадков, дождя и снега. Низинные же болота образуются в низинках, которые подпитываются грунтовыми водами через подводные ключи или родники, или подпором воды в поймах рек и по берегам озер, или там, где в углубление и понижение стекает избыток влаги, в том числе и из верховых болот. То есть они находятся в низинке, собирают со всей округи влагу всеми возможными путями, а вода от дождя и снега, которые выпадают на их поверхность, решающей роли не играет. Но бывает же и так, конечно, что болото из верхового плавно переходит в низинное, как здесь у нас сейчас. Оно тогда называется переходным болотом. А какая нам с тобой разница, низинное болото или верховое, или вот это переходное? Ты, конечно, совсем разные. От того, что в верховые болота ничего ниоткуда не стекает, в них не поступают и питательные вещества, нужные растениям. Так а торфа что, мало что ли? Это ж удобрение. Зря мы его с Люси, что ли, на грядке высыпаем. Торф становится удобрением, когда в него поступает воздух, вода и растворенные в ней минеральные вещества. Тогда он начинает разлагаться и давать растениям питание. Без воздуха и минералов под болотной водой он тысячелетиями лежит мертвым грузом, как консервы. Помните? Да, вспомнил. Вода, падающая с неба, которой наполняются верховые болота, пустая, чистая. В ней нет ничего, кроме, собственно, воды. Ни солей, ни минералов. Поэтому и болота верховые тоже пустые, мертвые. Выживают там только такие растения, которые способны довольствоваться очень малым. Их называют олиготрофами. И в основном это мхи, сфагновые мхи. Деревья, если и бывают, то низенькие, редкие и чахлые. Сосенки да березка. Причем не всякая, а всего один вид. Береза пушистая. Другие не выживают. Набор травянистых растений тоже не богат. Пушица, багульник, шихцерия, подбел, его еще кассандры называют, болотный мирт, иногда вереск болотный. Вот, собственно, и все. Есть, конечно, и другие виды, но облик ландшафта они не формируют, и масса их незначительна. Поразительно то, что большая часть растений, населяющих верховые болота, создана как бы для засухи. Их называют ксероморфными растениями. Ты хотел сказать ксерофитными, поправил капитан. Про них я еще в школе проходил. Нет, разошелся Мишка. В том-то и дело, что бывают всем известные ксерофитные растения, которые живут в засушливых условиях, в степях и пустынях. А эти ксероморфные, то есть подобные по строению ксерофитным. Долгое время не могли понять, почему у болотных растений, живущих в условиях постоянного переувлажнения, так много приспособлений, свойственных растениям засушливых районов. Пока не догадались, что все это не для того, чтобы уменьшить испарение, а чтобы уменьшить расход питательных веществ. Они не столько боятся сгореть на солнце, сколько боятся, если хотите, умереть от чрезмерного обмена веществ, вызываемого мощным фотосинтезом на открытом солнце. Потому что им неоткуда взять достаточно минерального питания, азотного прежде всего, чтобы обеспечить этот процесс. Получилось бы, что организм требовал бы много питания для интенсивного роста, а не получив его, зачах бы. Ведь болотные почвы – голодные почвы.
Кроме того, не спасаясь они от палящего солнца, они непременно выгорали бы в жару. И им приходилось бы потом восстанавливать утраченные части, листочки или побеги. Для этого тоже нужно питание. Ксероморфы исхитряются как могут. Начнем с того, что они берегут свою биомассу, а потому не сбрасывают листья и остаются вечно зелеными. Листья же эти тоже имеют кучу приспособлений для защиты от солнца. Восковой налет у подбела, опушение у багульника, чешуйки у мирта, а у вереска края листочков вообще сомкнуты в трубочку. И у всех этих растений листочки имеют толстую кожицу и блестящую поверхность. Чтобы спастись от солнца, подбел научился в жару поворачивать листочки вверх ногами, подставляя белоснежную нижнюю поверхность, которая хорошо отражает солнечные лучи. Ксероморфы даже додумались окружать себя испарениями эфирных масел, как багульник и мирт, например, и использовать специальный светозащитный краситель – антоциан. Питательные вещества получить настолько трудно, что они стали даже прибегать к помощи других живых организмов. Вереск вообще отказался от попыток самостоятельно впитывать вещества корнями и доверился особым грибам, способным выживать и питаться в самых невозможных условиях. Корни вереска обволакиваются этими подпочвенными грибами и вступают с ними в сожительство, или, как говорят ученые, образуют микоризу. В общем, ксероморфы – это поистине верблюды растительного мира, стоящие по шею в воде, которые способны выживать в голодных условиях под палящим солнцем верховых болот, и мы с вами скоро их увидим. А на низинные болота мы с вами сегодня уже насмотрелись. Где это? Как же, во многих местах берега Сази были заболочены низинными болотами. Вспомните, как они выглядели. Да что там вспомнишь? Толком и видно-то ничего не было с борта лодки. Тростник все застилал, да камыш. Только когда на завалах вылезали, тогда что-то и видели. Верно. Потому что на богатых низинных болотах, куда со всей округи питательные вещества стекаются, растения растут сочные, мясистые, мощные. Камыш, тростник, рогоз, осоки, аир, хвощи, таволга, белокрыльник. Все те растения, которым нужна богатая питательными веществами почва. Их называют эвтрофными. Да вот, они еще и здесь все встречаются. У нас же тут болото еще переходное. Тут у нас все подряд попадается. Ага, только тростник стал еще выше. Это ему, наверное, без деревьев света и воздуха достается больше. Смотрю я, Миша, вокруг и все задумываюсь. Где и, главное, как мы спать будем? Земли-то на берегу. Нет. Это еще ничего. Дальше хуже будет, успокоил его студент. Но вы же помните, что Ваня с Васей говорили. В центре болот есть клочок сухой земли с нехитрым названием «Остров». Там даже есть три деревушки, точнее, то, что от них осталось. В них летом даже люди живут, из города приезжают. А кто-то и зимует. Так что на худой конец мы там всегда сможем переночевать. Не в глуши без людей, но землю сухую найдем. Лодка прошла очередной изгиб реки, и пейзаж вокруг резко изменился. Больших деревьев не осталось вовсе. Берега открылись, обнажая пространство, поросшее сфагновым мхом, над которым едва возвышались кустарнички багульника и размахивали белыми ватками перышками травинки пушицы. Впрочем, и берегов-то в привычном понимании не было. Ковер сросшихся и сплетенных корнями растений и мхов плавал на поверхности пропитанного водой торфа. Зыбун. Небольшая кильваторная волна, разбегавшаяся от кормы крадущейся лодки, не выплескивалась привычно на берег, а приподнимала его и раскачивала вместе со всей растущей на нем растительностью. От одного только взгляда на это зрелище становилось жутковато. Смотрите, Семен Петрович, зыбуны пошли. Это, наверное, и есть плава. Да, вон, смотри, уже и великое озеро видно. И ветер поднялся. Видать, разгулялся над озерными просторами. И не только над озерными. Над всеми болотными просторами разгулялся. Я тебе, как географу, секрет открою.
над огромными болотами такой же микроклимат возникает, как над большими озерами. Или небольшими морями, если хочешь. Ветра разгоняются, и даже циклоны могут зарождаться. Про полесские циклоны слышал? Не. Над болотистой местностью Полесья, в долине Припяти, на границе Беларуси и Украины, иногда, казалось бы, ни с того ни с сего, зарождаются циклоны. Особенно по весне, во время половодья, когда огромные площади залиты водой. А вы-то откуда про это знаете? Обижаете, юноша. Капитану метеорологию знать и понимать может важнее, чем даже вам, географам. Эти полесские циклоны порой уходят на Балтику, и тогда могут немало дел там натворить. Балтика, она ж крохотная, мелководная. Ее, если штормит, так это страшнее, чем в океане. Волна при одной и той же высоте короткая, пенистая, стеной обрушивается. А в океане плывешь себе с холмика на холмик, переваливаешься. До поры до времени, конечно, и не в ревущих широтах. Кстати, о волне. Ты глянь, что на озере творится. Ветер гнал по озеру полуметровую волну. Короткую, высокую, и даже с пенистыми барашками там и сям. Вот вам и Балтика, Семен Петрович. Что делать-то будем? Не постесняюсь предложить сбежать в кусты. Назад, и там отсидеться. Смотри, тут даже берега качаются. Зыбун на выходе из озера в исток Сази раскачивался под напором набегающей волны. Жуть! Земля качается. Я такого еще не видал. На лице капитана был написан неподдельный восторг. Нас с тобой на такой волне и перевернуть может. Потонуть не потонем, спасжилеты надеты. Вещи не потеряем, гермы привязаны. А вот мотор после такого купания даже разобрать и просушить будет негде. Загубим. Но и возвращаться к лесу тоже не хочется. У нас еще несколько часов есть до темна. Могли бы что-нибудь исследовать. Да и спать нам сегодня лучше попозже лечь, потому что ночка, боюсь, будет на болоте не очень комфортная. Мы прошлую ночь почти не спали. Думаю, степень комфорта на крепость нашего сна сегодня не повлияет. Ладно, давайте сделаем техническую остановку и обмозгуем наше положение. Где там наш мягкий ароматный розовый рулончик? Поинтересовался он, подводя лодку бортом к трепыхающейся кромке зыбуна и выключая мотор. Ну ты даешь, студент. Ты что ж, раньше не мог об этом позаботиться? Там, где суша была. А я раньше не хотел. Невинно захлопал Мишка ресницами. Оно ж не спрашивает, когда тебе удобно. Студент осторожно попробовал рукой зыбун. Оперся на него и слегка покачал. Вроде держит. Вроде, передразнил его капитан. Это тебе не в воду бултыхнуться. Затянет и с концами. Мишка выбрался на зыбун одним коленом, вторым. Из-под рук и ног выступила вода, но зыбун держал. Он, не выпрямляясь, встал на ноги и сделал несколько шагов по щиколотку, погружаясь в топкую жижу зыбкого сфагнума, покоящегося поверх собственной, отмершей, но не перегнившей массы, год за годом накапливавшейся на протяжении столетий. «Далеко не ходи. Давай лучше я отплыву немного, чтоб тебя не смущать». Задача перед Мишкой стояла непростая, прям-таки акробатическая. Но он с ней успешно справился и вскоре радостно забрался обратно в лодку с широкой улыбкой на лице. «Ты чего такой довольный? На душе легко стало?» «Идея в голову пришла! Ветер дует с северо-запада». «Это я сейчас точно установил», — хмыкнул Мишка. «И волна идет оттуда же, поэтому и накат здесь такой. Все на нас катит. Я предлагаю взять курс точно на запад, чтобы поскорее уйти на подветренный берег. До него рукой подать, пара километров. Да и волна будет все быстрее уменьшаться по мере того, как мы к нему будем приближаться». «Ну что ж, и Вася с Ваней говорили, что на том берегу напротив истока есть пара мест по суше, где рыбаки на ночь останавливаются. Пойдем на запад и волну будем принимать в скулу. То, что надо. Давай попробуем. А еще, глядишь, к ночи ветер начнет стихать. Так мы сможем и еще подальше забраться».